Итак, друзья мои, давненько у нас не было оружейных новостей, но сегодня, конечно, новость всем новостям новость. Состоит она в том, что с сегодняшнего дня на Райберте, известном магазине, интернет-магазине, площадке, принимают предзаказ на Малюк. Тот самый, в свое время нашумевший модернизацию Bullpup автомата Калашникова. И вот, наконец, вроде как бы этот самый Малюк дошел до гражданского рынка. Оу, не может быть, его так многие хотели, так по нем прямо кипятком, что даже уже и не верится. Но в связи с этим, тут у нас даже фотографии кое-какие есть, вот у нас замечательный автомат, про него много видео снято, про него много рассказано. Его даже пытались куда-то там на вооружение принимать. Я не знаю, это кто такой. Наверное, создатель Малюка. Вот. Не знаю, насколько успешно. Автомат очень, очень спорный. Насколько хороший, настолько, наверное, и не очень. Поэтому вот такая вот новость. Принимаются предзаказы. Приведена характеристика и приведена ориентировочная цена 3100 долларов США. Ребят, я считаю, что она, ну, не то чтобы завышена, она просто не конкурентоспособна. Но опять-таки это мое скромное мнение. Это к тому, что за эти деньги сейчас можно купить тот же самый товар, например, если хочется Bullpup, да, или тот же даже Steyr AUG. И они, ну, они будут проверены, они будут надежные, они будут рабочие. Это будут образцы, которые приняты в армиях мира на вооружение. А вот этот вот, вот это вот изделие, оно как бы, ну, вот его пытались принять, я не знаю, чем там дело закончилось. Но тем не менее, здорово то, что есть выбор, здорово то, что есть возможность выбирать. А вот что выбирать, это, конечно, уже дело каждого. Ну, вот так вот на сегодняшний день имеем в розничной продаже для гражданского населения автомат Малюк.